Пане Романе, добрий вечір. Раді вітати вас і бачити в нашому етері. Привітствую, желаю здоров'я. Пане Романе, я пропоную розпочати сьогодні з Авдіївському напрямку. Дуже багато ситуацій, які відбуваються там, які треба обговорити. Безумовно, у МВА кажуть про те, що найближчим часом російські війська почнуть новий штурм. Кажуть про те, що атакувати будуть знову саме місто, будуть також рухатися з південного, з північного флангів. Ну і безумовно, кажуть наші воїни, що наша тактична обстановка залишається вигідною. В цьому контексті і Коксохім, і Терекон, як ви маркуєте ситуацію на Авдіївському відтинку фронту сьогодні? Вчора вже почали росіяни таку, ну, доволі-таки серйозну артилерійську атаку. Єдине, помішала їм «Аврора», вони за всю свою життя на території Донбасу її не бачили. Тобто це северное сияние, в основном такого рубинового оттенка. И чуть они прекратили, то есть начали искать противогазы, думали, что это наша атака химическая, с перепугу, по крайней мере, но затихла довольно-таки серьезная подготовка, но с сегодняшнего дня, я думаю, они продолжат. То есть и сегодняшнюю в ночь там уже видно определенное скопление россиян под третью волну выполнения боевых задач. Задачи, скорее всего, ставятся будет те же самые, то есть попытаться окружить Авдіївку, причем окружая с севера-юга, они будут пытаться зайти в сам город. Тоже с севера-юга, с севера со стороны Красногоровки, через тот же Коксохім. Но у них там и с юга со стороны опытного. То есть, но у них и с одной, и с другой стороны довольно-таки невыгодные позиции. Здесь все наши обозреватели и бойцы правы, которые говорят о выгодности наших позиций. Именно так и выбирали в свое время, еще в 2014-2015 году, на систему обороны Авдіївки. Отрывались, заливали бетоном и промку. Там есть определенное фортификационное сооружение произведены. Делали так, чтобы учитывать складки местности и с помощью высот, превышений и низин, в которые сейчас россиянам придется опускаться для того, чтобы двинуться дальше, их удерживать. Там еще только водяного вала не хватает. В свое время вокруг крепостей были. Ну, примерно этот только не водяной, а огненный вал, который могут наши артиллеристы создать. У нас очень хорошие специалисты в этом виде. Они удержат россиян от дальнейшего продвижения. Да, будут серьезные атаки, они будут примерно такие же, как и первая, вторая волна. Общее количество россиян, оно примерно такое же. То есть они восстановили потери, но не увеличивали на существенную цифру ни боекомплект, ни технику, ни личный состав. То есть и количество россиян будет примерно такое же. Наверное, такие же будут и потери. То есть где-то чуть больше 5000 человек. Вернее, россиян. Это при том, там, что их 40 на цьому відтинку, кажуть. Ну, дело в том, что 40 это не в районе Авдіївки. 40 это имеется в виду по общему району на дивизионную глубину. Это где-то до Шахтерска, если считать. До Енакиева, до Шахтерска, то есть да, такой, да, по всему, по всей глубине фронта. Никогда ж большое количество войск, которые в дальнем районе находятся, ну, не участвуют в боевых действиях. Участвуют в боевых действиях, ну 20%, пятая часть всех войск, которые находятся. То есть, по большому счету, допустим, ну, до 10 тысяч они могут там как-то организовать, подтянуть. А все остальные – это количество войск, которые называется «принеси-подай», то есть используется в режиме обеспечения первой линии обороны или наступления. Такое же количество войск, около 40, и в районе того же Бахмута, в районе той же Угледара сейчас, и в принципе столько же, ну пусть под 50, в районе Купянска. То есть это такие группировки, которые собраны на определенных участках фронта, которые поддерживают боеспособность как раз тех подразделений, которые ведут вступили в боевое соприкосновение уже на самой линии БС.
Буквально ще одне про Авдіївку. Ясно, що за ціною не постоять і будуть кидати туди стільки людей, скільки буде потрібно. Путіну треба з чимось зайти у виборчий процес, заявити, що він буде балотуватися знову, треба якісь територіальні здобутки, очевидно. Скажіть, багато дописів бачу, умовно змоделюючи, втрата Коксохіму. Це автоматично втрата Авдіївки? Нет, дело в том, что Коксохим же и вместе, кстати, с тем же Кириконом, это серая зона. Она всегда была серой зоной, то есть она не учитывалась в режиме обороны. Так сложилось, что Коксохим практически все 8 лет до полномасштабного вторжения он работал. Как, на каких условиях договаривался Ахметов за свой Коксохим, но туда практически ни одна мина, ни один снаряд не прилетал. Он работал, а Коксохим – это довольно-таки серьезное предприятие. То есть коксохимические батареи, они запускаются раз и работают 30 лет без выключения. Потому и был вынужден, скорее всего, Ахметов договариваться. И в том числе с ДНР или с Россией, но это уже последственные органы, контрразведка разбирается, как это 8 лет в 2 километрах от линии боевого соприкосновения работал такой гигант. Потому он в общей системе обороны он не учитывался. Это просто дополнительный бонус для нас. Когда россияне начали его обстреливать, он, естественно, остановился. Технологические циклы там заглушены, потушены и сейчас используются в режиме серой зоны как промежуточное, по крайней мере, боевое такое дополнительный боевой элемент, но не более того. Потому Коксохим, я так думаю, будет использоваться в режиме такой серой зоны. Правильно, грамотно. То есть те зашедшие на Коксохим российские войска, если они туда доберутся, им еще до Коксохима надо там довольно-таки серьезную впадину пройти. Я об ней как раз говорил. То есть а в низине уже можно их довольно-таки неплохо уничтожать. Но на самом Коксохиме также будут уничтожаться с помощью нашей артиллерии. А основная все-таки линия обороны, она южнее Коксохима, между Коксохимом и Авдіївкою как таковой. Там тоже есть. Потому не проблема именно Коксохим, проблема с юга. То есть реальное именно южное направление в район Опытного, Водяного. Там больше у россиян шансов, так сказать, как-то выполнить эти действия по окружению, может быть, по ухудшению положения самого Авдіївського гарнизона. А вот с юга они сейчас пытаются подготовить плацдарм. Там в районе Опытного есть такой карьер, и в карьере уже началась подготовка плацдарма. В принципе, как и с севера того же Коксохима. То есть они с двух сторон, но это уже видно, то есть малые клещи, так называемые, то есть попытаются зайти в саму Авдіївку, потому что окружить у них не получается, теперь будут пытаться зайти в Авдіївку. Ну, мы же это все видим прекрасно. Если мы с вами об этом говорим, то что вы представляете, то наша разведка на местах и командиры, такие, которые занимаются тактикой, они это все наблюдают, разворачиваются определенные дополнительные средства. Ну, естественно, артиллерия, которая может купировать, по большому счету, любое такое широкомасштабное наступательное действие, как она уже 2 раза это сделала. Пане Романе, Вугледарський напрямок і раптова чи то не раптова активізація ворога на цій ділянці фронту. 82-га механізована бригада атаки відбиває, але аналітики кажуть, що ворог почав наступати там, ясно, що з метою, щоб відтягнути наші резерви, наші сили оборони і нашу увагу, зокрема, від Авдіївки. Що по небезпеці там? Ну, наверное, не это главная причина. Скорее всего, попытка зайти в тыл Мар'їнської группировки. Вот посмотрите, на север от Угледара. Угледар прикрывает Курахово, такой серьезный населенный пункт. Там довольно-таки также на высотах, на превышениях расположен гарнизон. Та же арта, артиллерия, которая прикрывает Авдіївку, она же прикрывает и Курахово. То есть по радиусу она где-то достает. Потому у россиян для того, чтобы выдавить наши войска из Авдіївки и показать хоть Авдіївку, то есть им надо хоть какой-то город, а Авдіївка считается таким городком, показать хоть что-то, какое-то приобретение, там несколько улиц по западу мы контролируем Авдіївки. И вот
для того, чтобы выдавить наши гарнизоны из Авдіївки и показать, что они оккупировали этот город. Им надо зайти в тыл Авдіївському гарнизону, то есть ударить по Курахово. Выполнить это можно только с юга, со стороны Угледара. Почему они, в принципе, это и в прошлом году-то делали? Помните 155-ю героическую морскую бригаду с Владивостока? Им только трепангов не хватало на завтрак. То есть, которая пыталась в зиму в слякоть по минным полям пробраться к Угледару. Осталась там чуть ли не вся бригада. И Сороковку там положили, это вторая бригада, которая им пришла на помощь. Вот примерно та же ситуация и в районе Угледара. То есть они опять пытаются то же самое, только уже новыми, другими силами пытаются этот маневр совершить, выйти на Курахово. Помогает им там, кстати, так называемое формирование «Восток». Это руководитель в свое время Ходаковский, это коллаборант СБУшник, который и на Майдане убивал наших украинцев, и потом уже на Донбассе возглавил ФСБУ, МГБ, ну и так далее, и тому подобное, МВФ, этот «Восток». Он тоже, и до сих пор этот «Восток» как раз там и находится, и потому пытаются они уже из-под Угледара зайти в сторону Курахова. Прекрасно понимая, сами же донецкие, они знают, как правильно, грамотно, допустим, построить наступательные действия. Но, тем не менее, угледарский гарнизон держится, то есть и Кураховский гарнизон держится. Там та же система обороны, которую в свое время отстраивали и генерал Хамчак, и генерал Наев. Эта система до сих пор практически на тех же позициях, на которых была проведена линия обороны вот как раз в районе Донецка. От Угледара где-то аж до Сіверська она до сих пор удерживается. Я от про Куп'янський ще буквально напрямок. Окрім того, що ми чуємо, що Шторм-Зет представлені зараз активно на лінії фронту і фактично використовується як оця перша лінія, яка йде вперед. Сьогодні з'явилася інформація про те, що такими штурмовими підрозділами прислали 250 вагнерівців, зокрема, на Куп'янський напрямок. Ну і от вони будуть там керувати. Ну і як то воно розібратися? От вагнерівці на чолі ось таких штурмів, да, Шторм-Зет і тих також ув'язнені над ув'язненнями. Та яка це небезпека для Куп'янська? Ну, ці точно ніякої опасності не представляють. Діло в тому, що, да і ЧВК Вагнер, ви ж розумієте, розпіарена тема, ми вже неоднократно з вами говорили. Ну, какое-то, ну, пусть зборище професіоналів, пусть під определеними меркантильними обязательствами, за меркантильные, по крайней мере, коврижки. Но, тем не менее, без серьезного вливания в них сил, средств со стороны Министерства обороны, они бы ничего не сделали. Даже если считать, вся российская армия работала на ЧВК «Вагнер» целый год. Они за это время прошли 30 километров от Попасной до Бахмута. А что они делали? Можно сказать, самое худшее подразделение, если по скорости, по продвижению, по выполнению боевых задач, а тем более по количеству уничтоженных российских военнослужащих. Это же самые такие худшие показатели именно в ЧВК «Вагнер». Поэтому прислали их практически на убой. Вот они что хорошо могут делать, так вот на 100%, а это вот убийца называется, об нашей позиции. Это тут они специалисты однозначно. Потому все будет зависеть от количество приданных средств для выполнения этих задач. А что они могут, допустим, сейчас добавить? Артиллерию, так как недалеко Валуйки, и авиацию. С артиллерией у нас справляется. Артиллерия достаточно, довольно-таки неплохо. И в том числе на востоке туда уже подошли и хорошие радары, и хорошие снаряды, те, которые надо для контрбатарейки. Ну и стволы. Стволы же тоже заходят постоянно. Новые САУшки заходят, достаются в том числе и Восточному фронту, и под Луганск. Потому артиллерию мы там придавим. С авиацией проблемы. Тут вопросов нет. С авиацией проблемы, потому что подлетное время маленькое, аэродромы недалеко. И самолетом, конечно, оптимально работать как раз под Куп'янськом. Но я думаю, наши команды, это же прекрасно понимает, будут работать навскидку. По крайней мере, подтянут несколько ЗРК, таких, которые смогут перехватывать самолеты российские.
которые будут как-то проскакивать линию ограничения по пуску ракет или сбросу авиабомб. Пару-тройку самолетов положат, и я думаю, как бабка пошепчет, уменьшится количество. Вот на Купянском направлении как раз проблем в ближайшее время, наверное, сильных не будет. Почему? Потому что идет, ну, впереди дожди. Как только на том направлении начинает лить, там двигаться будет, ну, практически невозможно. Так как четыре реки практически в одном месте сходятся, это и Оскол, мы уже говорили, там и Красная, и Жеребец, все это впадает в Северский Донец, поймы. То есть, да еще если сверху льет, пятая река, так называемая, в том районе, там железо точно не пойдет. А как только накроет туманом или облачностью, еще и перестанут летать беспилотники, которые работают в режиме таком прицельном для артиллерии. Поэтому и здесь россиян ждет неудача. Вот проблема, так реально, из всего и всей линии фронта, проблема это все-таки агломерация. Это район Донецка, причем даже не так Авдеевка, как именно Маринка. То есть там много дорог с твердым покрытием, там можно как-то двигаться. И вот почему они сейчас и перераспределяются, в том числе и на Маринку, на Курахово, в район Угледара, как раз для выполнения этой задачи. Ну, Маринка, Авдеевка, само собой, то есть, опять же, до дождей они попытаются наступать. Почему именно на этой неделе? Скорее всего, на этой неделе она будет такая последняя для россиян, так как потом уже задождит, по крайней мере, исходя из тех прогнозов, которые дают. А если задождит, под Маринкой тоже двигаться будет нельзя, там довольно-таки цепкий чернозем. А мы, выходить в обороне? А мы в обороне, нам проще. Мы здесь, мы в домике, так сказать, если чуть с точки зрения сарказма на это посмотреть. Нам удобно. Генерал Залужний каже, в глухому куті зараз знаходиться війна. Ну, это он вообще в домик залез, это он перебрал. Это ж он не для нас говорит. Это он говорил правильно, грамотно. Он модерировал те, сейчас проходят определенные дебаты. Так он модерировал дебаты по украинской проблеме, которые проводятся сейчас в американском истеблишменте, в политикуме, который в основном читает, причем весь практически читает «Экономист» великобританский. Именно там в «Экономист» и расположил свою статью Залужный с посылами и с, как правильный, грамотный военный, потому что любой командир в таком случае, когда показывает определенные проблемы, он тут же дает, предлагает методы решения этих проблем. И потому Залужный в этой статье расписал максимальные проблемы, которые есть и которые ожидают украинскую армию, и расписал методы их решения. Правильно, грамотно, понятно. Причем после публикации, после этих дебатов, они же всегда за чашкой, за рюмкой кофе проходят. А с какого приводу дебаты, пане Романе? С приводу, чи не с приводу мирных перемовин между Украиной и РФ? Вот не слушайте консерв. Никаких переговоров не будет и до вывода России. И наши гаранты по Будапештскому меморандуму, а именно так их надо правильно, грамотно обозначать. Это гаранты, то есть и Великобритания, и Соединенные Штаты. Это две страны, которые гаранты по Будапештскому меморандуму. Это непростой, кто бы что ни говорил, бумажка, не бумажка, это международный документ. Гаранты и территориальной целостности, и экономической безопасности. Потому дебаты проходят как раз обратные. Дебаты по тому, что нам не хватает для того, чтобы уничтожить, так сказать, захватчика. Уничтожить российскую армию на нашей территории, восстановить территориальную целостность, потому что это гаранты как раз восстановления территориальной целостности. А вот эти дебаты, и потому Залужный именно в таком виде все и подал. Там расписал, что надо для того, чтобы выполнить эту задачу. Выхода на 91-й год, это не просто выдавливание российской армии, а уничтожение российской армии. А там, как сказать, ну особенно в Америке, да и в Англии в том числе. Ну там такие акулы, ястребы ж не просто так их называют. У них задача, правильная, грамотная задача уничтожения Российской империи. Они прекрасно понимают,
что пока Российская империя существует, это проблема для Европы, в том числе и для Америки. А сейчас еще россияне собираются где-то там в Ливии базу строить. Так это вообще проблема для НАТО, для всего блока. Как не дать россиянам построить базу в Ливии? Это очень просто. Развалить Российскую империю. Разными способами, в том числе и военные. Военным на территории Украины и экономическим уже в мировой экономической, так сказать, политике. То есть там их додавить. Вот это и есть полемика. А вот все остальное, это сидят россияне где-нибудь там в Подмосковье и думают, как бы всему этому воспрепятствовать и забрасывают через говорящих голов, через консерв, через продажные те же площадки журналистские, забрасывают эту ИПСО, так называемую, информационно-психологическую спецоперацию, рассказывая сказки, что кто-то о чем-то там думает, о каких-то мирных переговорах. И мирные переговоры, потому что пока хотя бы один российский солдат на нашей территории, мирные переговоры — это капитуляция Украины, это сдача наших территорий и дальнейшее движение россиян на запад. Росіяни, опять же, це президент сказав в NBC в своєму останньому інтерв'ю, між іншим. Да, так и есть. Но это же все прекрасно видят. То есть те же американцы, те же англичане не видят, как действуют россияне на оккупированной территории. Они ставят в строй тех людей, которые остались на этих территориях. То, что они сейчас делают. Там тысячи, десятки тысяч сейчас принудительно загоняются в российскую армию, в батальоны. А вот теперь представьте, если россияне захватывают всю Украину. И американцы, и англичане, и европейцы это тоже представляют. Захватили они всю Украину, больше 20 миллионов человек, а из них под ружье несколько миллионов могут поставить принудительно. А если это уже армада двинется на Европу, там уже вся эта высокотехнологическая тема, она уже не сыграет, потому что здесь уже будут играть совсем другие формулы. Потому ястребы правильно, грамотно это все видят. И сейчас поднимается вопрос заставить Белый дом дать нам все, что нам надо для того, чтобы остановить эту экспансию российскую и выбросить Россию за пределы нашей страны, а дальше добивать Российскую империю. Сейчас уже разворачиваются определенные такие положительные моменты в национальном самосознании российских республик, из которых Российская эта империя состоит. Там же 21 республика в Российской Конституции. 22-ю они перебор в очко не играли, мы уже говорили с вами. 22-ю они воткнули туда Крымскую. И здесь уже после этого начался процесс обратный, то есть развала России. Но вспыхнет Кавказ, я думаю, в ближайшее время там те искры, которые сейчас летят во все стороны, сорвет, в конце концов, котел, и с Кавказа начнется развал. Тут еще помощь у нас будет такая интересная. Пане Романе, мушу додати гарячих новин. Я буквально перед нашим ефіром говорила про те, що пройшла інформація, що під Києвом у себе вдома від вибуху гранати загинув помічник Залужного. Ну і зараз з'являються деталі. Еспресо повідомляє про те, що помічник Залужного загинув під час відкриття подарунку. Зі слів дружини, чоловік прийшов із подарунками на день народження, при відкритті одного з яких стався вибух. Ймовірно, це була коробка з пляшкою та чарками. Еспресо посилається на свої власні джерела. Така інформація, я думаю, що тут треба дуже уважно стежити за цією історією. Будемо, безумовно, чекати якихось результатів слідства. Так? Пане Романе, я пропоную... Так, прошу. Да, буває таке, здесь зараз слідователі розберуться, що к чому. Іноді це може бути конкретная уже работа спецслужба врага, это может быть неосторожность, это может быть какие-то внутренние моменты, то есть это только после проведения следствия оптимально уже версии, так сказать, говорить. Сейчас, я думаю, в ближайшее время эти вопросы решат. Після слідства, безумовно, будемо про цю історію також говорити. Давайте повернемося на фронт, давайте поговоримо про Херсонщину, про лівий берег Херсонщини. Вже ні для кого не секрет, що сили оборони проводять там певні операції. Ціла купа фото-відео наповнена уже у мережі, попри те, що, звичайно, військові просять максимально тримати цю історію
в тиші для того, щоб не заважати нашим. Але фактично ми можемо помітити зараз істерику росіян через події на лівобережжі по тому, як вони гатять по правому берегу. Якась безпрецедентна кількість цих авіабомб летить по правому березі. Вони тепер обстрілюють, треба сказати, не тільки Херсон, Береслав, вони гатять вже й по Кринках. А фактично це на лівому березі. Фактично це ця територія, яку вони умовно там вважають своєю. Дайте якісь акценти, пане Романе, по лівому берегу. З точки зрения военной, россияне сейчас вынуждены и используют правильный, грамотный метод по оккупированию такого рода для них проблем. Мы на левый берег, уже на левом берегу давно, уже с полгода наши разведгруппы на левом берегу выполняют боевые задачи. Сейчас плотность боевых групп уже превышает плотность войск российских на левом берегу, на линии разграничения. Они это прекрасно понимают. Правильный, грамотный ход – это перебросить на левый берег хотя бы пару корпусов, хотя бы один корпус от 15 тысяч человек, перебросить, усилить левый берег, только взять их же нет. У россиян негде взять, они могут, допустим, свернуть операцию в районе Авдеевки, перебросить под Херсон на левый берег, могут свернуть операцию в районе того же Купянска, но там опасно, потому что при выходе, особенно в районе Купянска, при выходе из боев, из боевого соприкосновения, они могут потерять контроль над фронтом, и наши войска на контратаках могут их до Валуек догнать, они это прекрасно понимают. Поэтому оптимально для них, для того, чтобы не посыпался фронт, единственное, наверное, место, откуда они могут снять, это из Авдеевки снять где-то 1015-20, вывести и перебросить на Херсон, так как Донецкая агломерация, Донецко-Макеевская и Синоватская, она удержит по краю, от движения наших войск, даже если на контратаках пойдем на плечах, то мы упремся в городские постройки, а значит завязнем в городских боях. То есть далеко, по крайней мере, не пройдем. То есть вот это с точки зрения военной должны были бы сделать россияне сейчас. Но так как они этого сделать уже не могут, они попали в так называемый политический капкан, так как задача стоит Авдеевку окружить и выдавить наш гарнизон. Значит, у них остается еще один механизм, это с помощью авиации, а только авиация может на такой дальности сейчас работать, так как плечо поставки 500-700 километров, причем по территории оккупированной. И это очень сложно, переброска достаточного количества боеприпасов, потому только авиация. Вот сейчас авиация пытается сбросить наши войска с левого берега, сбросить их в реку, то есть в Днепр. Опасно однозначно, десятки, это уже не там 1, 2, 3, 10, это уже десятки, практически до сотни в сутки они могут организовать сейчас сбросы авиабомб. И пока не появятся в достаточном количестве зенитно-ракетные комплексы с дальностями где-то за 70 километров точно, а это от СМТ и дальше, а дальше у нас СМТ и Петлер, то очень сложно будет россиян, так сказать, перехватить. Сейчас они максимально будут пытаться, почему и левый, и правый берег боятся. То есть они прекрасно понимают, перебросить им нечего. А если мы уже уцепились за левый берег и дальше начнем расширяться, как только ширина освобожденной территории дойдет где-то до 10-15 километров, чтобы армейская авиация российская не смогла достреливать до левого берега, на который могут высаживаться, по крайней мере, начнем форсирование, то есть инженерно-технические службы, которые начнут создавать переправы, а им для того, чтобы создавать переправы на левом берегу, надо отодвинуть россиян где-то километров на 15, вот как раз обезопасить от армейских ударов, армейской артиллерии, то прекрасно понимают, если мы уже начнем форсировать Днепр, они уже скинуть нас не смогут. Просто мы уже уцепимся за левый берег, и дальше уже движение может пойти для россиян по очень плохому сценарию, там всего лишь 80 километров до Армянска, до Крыма.
вдоль Черноморского побережья. Вот потому и идут обстрелы довольно-таки серьезные авіабомбами. Пане Романе, додам, головнокомандувач підтвердив загибель свого помічника. Додам, зацитую, невимовний біль, важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина і четверо дітей. Мої глибоке співчуття родині. Спочатку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією. Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування, пише генерал Залужний. Стежимо. Пане Романе, рухаємося далі. Давайте поговоримо про те, що відбулося в Керчі. Є, з'являються відео, з'являються фотознімки, потерь нет, но есть нюанси. Насправді, очевидно, що є. Кажуть ВМС про те, що після цієї бавовни ворог на морі взяв оперативну паузу. Що відбулося, що відбувається, наскільки системно, наскільки великі втрати несе Російська Федерація? Ну, скорее всего, несколько пар самолетов, это авиация работала, несколько пар наших самолетов, наверное, Су-24, Су-24М, в основном носители скалпов, сбросили достаточное количество ракет, которые выполнили боевую задачу. Шли в сторону Керченского моста ракеты, естественно, в районе Керченского моста находится в том числе и этот причал или их завод, там, где производится ремонт и постройка кораблей для российского военно-морского флота. Там стояло два МКР, так называемого, малый ракетный МРК, малый ракетный корабль, «Аскольд», по крайней мере, тот, который мы видим сейчас на фото, видео, он поврежден, а еще один корабль куда-то пропал. Сейчас будем искать, где он делся. Было бы хорошо, если бы он затонул, по крайней мере. Но это такая... Ракетоносій калібрів саме «Аскольд», да? «Аскольд», да. «Аскольд», значит, что такое малый ракетный корабль? Это такой малый фрегат, их еще называют. То есть где-то 800 тонн водоизмещением, то есть серьезная машина, где-то под 70 метров длиной, 10-12 метров шириной. Ну, естественно, самое главное то, что он может нести. У него 8 пусковых установок, из которых могут отстреливаться и «Ониксы», и «Калибры» в том числе. А так как задача стоит сейчас уничтожить пусковые установки «Калибров», сами «Калибры» найти очень сложно и достать. А вот пусковых установок у них может быть там на двух десятках кораблей. Так вот, мы несколько уже кораблей отминусовали, если считать как пусковые установки. То есть минусуем пусковую установку. Взрыв, а пусковая установка – это, так сказать, надстройка корабля, она используется. И потому взрыв, допустим, рядом даже ракеты, они секут эти пусковые установки, сносят надстройку. Естественно, корабль точно в ближайшее время выполнять пуски ракет не будет. Вот это правильная, грамотная тактика, по которой пошли наша авиация. Это ракеты авиационного базирования, которые нам передали наши партнеры. Ну, они выполнили довольно-таки неплохо задачу и попали в том числе и по самому заводу, ну и отминусовали, по крайней мере, повредили этот малый ракетный корабль. Треба зазначити щодо ракет, що сьогодні також з'явилася інформація про те, що поки що у Німеччині кажуть, тауруси не змінять на полі бою хід подій зараз. Може, вони не так вже й потрібні, типу, станом на зараз Україні. Скажіть, от тауруси, зокрема для Криму, класно було б? Это немцы где-то интересную теорию подняли, типа 90% проблем решаются сами, а 10% нерешаемые априори. Потому это отмазка для того, чтобы нам таурусы не давать. Изменят таурусы ход войны, если они будут переданы в достаточном количестве. Не в десятках, а в сотнях штук. Тогда изменят. Та же самая картина касается и всех остальных видов ракет. Все дело в боевой нагрузки, это полутонные ракеты, полтонные боевое, то есть до 500 килограмм
боевые части. Вот они изменят, если их будет сотни. Это же касается, допустим, тех же атакамсов. То есть в десятках штуках, конечно, не изменится атакамсы. А вот если будут сотни атакамсов, вот это изменит. Потому немцы, я так понимаю, пока ждут принятия все-таки решений на передачу атакамсов 300-километровых. Потому что те атакамсы, которые нам передали, ну, они 100-мильные. Это работать ими по оккупированной части Украины материковой, а не по Крыму. А немцы прекрасно понимают, что таурусы пойдут сразу по Керченскому мосту. 500 километров надо дальности боевого радиуса надо, конечно, использовать на максимал. И потому будут ждать, наверное, все-таки атакамцев 300-километров, чтобы в паре нам передать эти две ракеты. Ну, мы это понимаем прекрасно. То есть есть определенная завязка. Так же самое они передавали и абрамсы вместе с леопардом. Подождем. Главное ждать. Почекаємо, безумовно. Ну, я не можу не запитати вас, пане Романе, от зараз, власне, бачу несеться, всі пишуть про цю трагічну загибель помічника Залужного. І в цьому контексті, безумовно, хочеться згадати те, що сьогодні з'явилася заява від 128-ї бригади. Перша заява після того удару РФ по нашим військам на Запоріжжі, коли мало там відбутися нагородження. Які висновки маємо ми зробити з цієї історії? Армія? В принципе, про подход. Ну, основное. Пора прекращать советскую практику. Да, пане Романе, я чую вас. Я еще раз повторюсь чуть. Да, пора прекращать российскую, советскую тактику, советский подход к общению с личным составом, к награждению в том числе. Ну, должно уже давным-давно научить всех и вся. То есть все эти советские политинформации, по крайней мере, политруки, они до сих пор остались, по-другому они называются. Их надо, ну, чуть-чуть присаживать. В свое время Манштейн вывел 4 типа офицеров. Матрица Манштейна, так называемая. Вот почитайте, очень интересно. Есть умные, есть глупые, есть трудолюбивые, есть ленивые. Так вот, если считать 4 таких типа, все свести вместе, так вот, есть так называемые активные тупицы. Ну, реально такие активные дураки называются. Так вот, Манштейн их приказывал сразу расстрелять. И вот все остальные там есть моменты, как их использовать. Так вот, иногда вот такие активные дураки доводят до беды. Расстрелять, не расстрелять, но, по крайней мере, их надо купировать, понимать, кто и как, и уводить от принятия решения, это как минимум. То есть вот мы увидели принятие решения на построение в районе боевых действий, недалеко, по крайней мере, от района боевых действий. Построение и удержание большого количества людей в одном месте. Естественно, враг этим воспользовался, и мы потеряли десятки жизней наших солдат. Потому вот этих по матрице Манштейна активных дураков надо однозначно нейтрализовать. Ворог добре нас бачить? Враг однозначно нас видит. Но дело в том, что здесь не видение все-таки. Основная причина не из-за того, что он видит. Основная причина из-за вот этих приказов, действий, сборов, больше 3 не собираться. Вот этот, ну, я утрирую, конечно, то есть этот принцип должен сейчас проводиться. А то, что враг видит уже потом. Враг знает, где искать. Вот что страшное. То есть есть определенные моменты, связанные с невозможностью закрыть полностью информацию. Значит, она течет, а значит, враг знает, где нас искать. А потом нас он уже видит, и потом туда прилетает ракета.